Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить быстрый, вкусный и красивый праздничный салат. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Одну среднюю луковицу нарезаем мелкими кубиками. Перекладываем лук в небольшую миску. Добавляем пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 2 столовых ложки 9% уксуса, 100 мл крутого кипятка. Хорошо перемешиваем и оставляем лук мариноваться примерно 10 минут. В это время нарезаем маленькими кубиками 1 свежий огурец, отварную куриную грудку небольшого размера и 4 вареных яйца. Перекладываем все в миску. Добавляем маринованный лук без жидкости и 1 баночку консервированной кукурузы. При этом 2-3 столовых ложки кукурузки оставляем для украшения. Заправляем салат 2 столовыми ложками майонеза, перчим, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. Перед подачей салата на стол 1 длинный свежий огурец разрезаем на тонкие ленты. Удобнее всего это сделать овощечисткой. Дальше собираем салат. Берем плоскую тарелку, ставим на нее разъемное кольцо диаметром 16 см. Перекладываем туда наш салат. Разравниваем его. Хорошо уплотняем. Снимаем кольцо. И выкладываем по кругу сверху на салат сложенные вдвое огуречные ленты. По центру высыпаем оставленную кукурузу. Ссылки на рецепты, как закрыть на зиму молодую кукурузу и как приготовить домашний майонез, смотрите в подсказках, а также в описании под видео. Вот и все. Вкусный и красивый праздничный салат готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.